На ремонте вот такой системный блок. Пришел на ремонт. Фирма MSI. K9N Neo. Версия 2. Не включается. То есть при включении питание появляется. Вентилятор 1, 2. Блок питания вентилятор включился. И на видеокарте вентилятор тоже включился. Но вот желтая, должна синяя загореться, не подает признаков жизни. Тестовая плата, вообще коды не идут. Как вариант, это питание оперативной памяти, потому что вот здесь так, вздулся 1, 2, 3, 4, 5, не знаю, что он вздулся или нет, ну вот 5 конденсаторов вздулись, это значит, что напряжение вышло из зоны необходимой для оперативной памяти, и скорее всего из-за этого даже посткоды не идут. Но я думаю, что все, что нужно делать дальше, начинать с конденсатора. А потом уже смотреть, что-то осталось в живых или нет. Итак, подбираем конденсатора. Итак, продолжаю по MSI K9N. Клиент не захотел решать проблемы с конденсаторами, сказал поменять плату. Я нашел точно такую же, как K9N, и поменял плату на новую. И вот сейчас подключаю питание. Здесь питание включилось. Включаю. Вот стоит монитор синий, пошло. Ну, собственно, проблема была именно в материнской плате. Эта материнская плата недорогая, ну, около там, $10, чуть больше, поэтому пошла загрузка. Ну и как видим, что вот таким простым способом можно определить, в чем проблема. В той плате как бы проблема, сами планки были в порядке, вот они здесь на месте. Видеокарта эта же, она рабочая. Поэтому блок питания этот же, он рабочий. Проблема была, соответственно, только в самой материнской плате. После замены все нормально работает. Повторяйте. Всего доброго. Увидимся на канале.